Итак, это снова сайт нашей городской сосновоборской страницы «Маяк», «Маяк.ру». Вот интересное сообщение сегодняшнее. В Сосновом Бору сфотографировали ложное солнце. На деле это был фрагмент гало, который на некоторое время из-за радужной полосы превратился в довольно ярко сияющее пятно. Но зрелище получилось впечатляющим. И я тоже видел зимнее гало. Солнце ложное. Сын мне младший позвонил. Его посмотреть, я чтобы вышел на балкон. И поскольку связывать общее и частное правила лишь для меня, всегда непреложные. Новый клип, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Уже к множеству клипов с этим пониманием посылаю я вдогон. Гало возникает в ясную морозную погоду, при высокой влажности воздуха является достаточно редким явлением природы. Так что я очень доволен, что это я редкое явление природы сумел увидеть и заснять.